Страж, у нас назревает кризис. Поспособствуй его разрешению. Осирис уже несколько недель пытается оценить ущерб, нанесенный вернувшейся тьмой. Он считает, что Зиву Арат, богиня войны Улья, хочет воспользоваться временным безвластием. Осирис расследовал проявление магии Зиву Арат рядом с Алой крепостью. И его призрака, Сагиру, убили. В сообщении по защищенному каналу Осирис просил, чтобы именно ты помог ему выследить убийц. Он в отчаянии. Спаси Осириса от него самого. Я беспокоюсь за Осириса. Если Сагиры больше нет, то... Обо мне не беспокойся. Но не шуми. Я использую внешнюю связь. Я думал, что охочусь за убийцей Сагиры. Верховным церемонимейстером Зивуара. Но теперь, мне кажется, это он охотится за мной. Встретимся в Зале Мудрости. Он оборвал связь. Нам нужно торопиться. Твой друг в большой беде. Кто ты? Призрак, которому не все равно. Осирису тут не место, особенно в таком состоянии. Спасибо за предупреждение, но мы знаем, что делаем. Если ты и твой страж хотите помочь... Мой страж? Ну да. Осирис, ты нас слышишь? Да, я вас слышу. Я заманиваю Верховного Церемонимейстера в святилище Орикса. Они... Проклятие. Эта тварь поставила барьер. Кажется, она знает, что ты здесь. Она пытается нас разделить. Рыцарь излучает странную энергию. Наверняка это и есть Верховный Церемонимейстер. Тот, кто убил Сагиру. Осирис, мы здесь. Мы обрушим этот барьер. Страж, держи своего призрака при себе. Дальше в храм. Кажется, это была ловушка. Башня у входа. Это криптолит Улья. Проводник тьмы. Один из многих. Если я не выберусь отсюда, скажи Сейнту. С их помощью Верховный Церемонимейстер перебрасывает солдат из одного измерения в другое. И привлекает сторонников для Зивуара. Осирис,
бойцы Улья. Мы приближаемся к нему, но противник оказывает упорное сопротивление. Ты здесь? Наконец-то! Дело сделано! Я сейчас подожду. Осирис! Мы предупреждали тебя, что здесь опасно находиться, особенно без призрака. Но я рад, что никто не пострадал. Я, кстати, Глинт. Приятно познакомиться. А ты не представишься? Меня зовут Ворон. Мой босс хочет вас видеть. Не может быть. Я же просил привести мне Варлока Осириса. Объяснись. Осирис. Лишился призрака. Он в башне восстанавливает силы. Вы, поборники света, меня удивляете. Так легко переходить к насилию, так тяжко переносить потери. Хрупкие убийцы. Мы закончим то, что начал он. И что же это? Отомстим за Сагиру. Убьем Верховного Церемониеместера. Он был у меня на мушке. Если бы не спасение вашего друга... Ты забываешься, птенчик. Прошу прощения, барон. Ну что ж, может, мы и впрямь поможем друг другу? Я знаю, как отлично у тебя получается мстить. С помощью Верховного Церемониеместера и Криптолитов Зиворат совращает Эликсии. Кабал тоже, но я-то постоянно теряю солдат и блеск. Да, верно. Я знаю, чем Осирис занимался на Луне. Кроме того, я знаю, что ты лучше справишься при соответствующей мотивации. Оставь нас, Ворон. Нам со стражем нужно обсудить условия. Мой птенчик, это что-то, верно? Полагаю, ты, как и я, можешь оценить эту жестокую насмешку судьбы.
Я нашел его на рифе. Он бродил без цели, словно песчинка, гонимая ветром. Он не помнил, что когда-то был принцем. Конечно, я мог бы отправить его в башню, но ведь все мы знаем, что его там ждет. Я не мог этого допустить и взял его к себе, по доброте душевной. А что до его верности, то я принял дополнительные меры предосторожности и немного модифицировал оболочку его призрака. И если он улетит слишком далеко от гнезда... Бум! Так, с этой мерзостью разобрались. Перейдем к главному. Проникновению Улья. Предлагаю партнерство. Ты делаешь то, что у тебя получается лучше всего. А я снабжаю тебя необходимыми ресурсами. Может, и сверху накину. Только не называй его Ульдрансов. Ради его блага. До новой встречи. В небе над рифом есть дыры, и во всей системе царит хаос. Зивуарат, разумеется, решила, что сейчас самое время создать свою армию. Мы зовем их гневорожденными. Большинство из них эликсни, как и паук. А прочие... Ну, пауку плевать на улей, ему главное блеск. Сказал помочь тебе справиться с верховным церемониймейстером Зивуарат. Похоже, что стражи последнего города — мои старые друзья. Но тебя я не помню. В сокровищнице паука пылились артефакты Улья. Я сделал из них приманку. Гневорожденных она сводит с ума. Когда они клюнут на приманку... Мне жаль, что у нас нет другого способа, но ее магия свела их с ума. Единственный способ ослабить власть Зивуарат на берегах — охотиться на них. Как говорит паук, улей понимает лишь язык насилия. Мы можем начать с целей послабее, а затем заняться их командирами. Если мы убьем верховного церемониймейстера, Зивуарат не сможет распространять свою скверну. Пойми меня правильно. Мне очень приятно работать с еще одним носителем света.